Всем привет! С вами Кривуля Андрей Чарли, и сегодня мы поговорим о такой крутой фиче, как Quixel Megascans и рендере ассетов в V-Ray. Чтобы начать данный урок, сначала регистрируемся на сайте, заходим в профиль и там качаем самые новые версии Megascans Bridge и Megascans Studio, которые нужны для урока, после чего устанавливаем их и запускаем Megascans Studio. Megascans Studio при первом запуске попросит ввести логин и пароль, после ввода которых вы увидите данное окошко. В нем нужно указать путь сохранения библиотеки ассетов Megascans, в котором они будут храниться, а также папку загрузки данных ассетов с сайта. Обычно для загрузки я указываю папку браузера по умолчанию – Downloads. После того, как указали все пути, нажимаем ОК. Далее нажатием на иконку плюсика возле Projects создаем проект и после нажимаем на New Asset, чтобы создать новый ассет. В выпадающем окне пишем его название, например, Test Ground. Выбираем размер земли, пусть будет 4×4 метра. Рабочее разрешение ставим на 2К. Для урока этого будет достаточно, и так как мы будем работать не в реал-тайм движках, PBR и Workflow выбираем Specular, после чего нажимаем Create. В итоге откроется студия с плейном. Навигация в viewport происходит таким образом. Alt плюс средняя кнопка мыши – это панорамирование камеры, Alt плюс левая кнопка мыши – вращение камеры, Alt плюс правая кнопка мыши – приближение камеры. Справа на панели находится панель слоев, с которыми идет работа в студии, иконки добавления ассетов из браузера, добавления нового слоя и слоя воды. Также на этой панели есть вкладка настроек, где всегда можно поменять размер участка земли, рабочее разрешение и PBR Workflow. Также есть оптимизация текстур и настройка текстуризации земли. Чем выше, тем качественнее дисплейсмент. Обычно я ставлю его на максимум, но если у вас тормозит viewport, можно поставить 256. Этого значения будет достаточно, чтобы увидеть более-менее нормальный дисплейсмент. Также здесь можно смотреть список текстур, включать тайлинг, чтобы смотреть, как тайлится наша текстура, и выбирать HDR-ки для вьюпорта. HDR можно менять клавишами вверх и вниз. Текстуры меняются клавишами от 1 до 9, в зависимости от выбранного типа PBR Workflow. В браузере ассетов у меня уже есть мои материалы, но мы начнем работу с бесплатными, так как не у всех может быть подписка. Переходим в вкладку Free и выбираем грязь. Разрешение 2К. Контекст офлайн, так как урок про V-Ray, а не real-time рендеры. Workflow для V-Ray Specular. Microsurface Gloss. Для движков это Roughness и Metalness. Чтобы скачать шейдер, нажимаем Download. После того, как ассет скачался, архив автоматически извлекается и материал появляется в браузере Megascans Studio. Теперь давайте скачаем еще один ассет. Как видите, настройки загрузки предыдущего ассета сохранились, поэтому просто нажимаем скачать. Очень важно, чтобы вы качали ассеты в ту папку, которую указали Megascans Studio, иначе автоизвлечения архивов не будет. Теперь переходим в Megascans Studio и двойным кликом выбираем первый шейдер. После данного действия он сразу же появится в слоях и станут доступны настройки. Давайте проверим все текстуры, которые подгрузились, поочередно нажимая клавиши от 1 до 9. И выберем подходящую HDR-ку, нажимая клавиши вверх или вниз. Например, мне нравится HDR-ка Enris. В настройках материала можно настроить интенсивность дисплейсмента, частоту выпуклостей, добавить немного плоскогорья, настроить глоссиность, сделав матовую или глянцевую поверхность, поменять цвет грязи, например, сделать его таким. Можно настроить смещение по двум осям X и Y, а также поворот текстуры и поменять ее scale. Я обычно оставляю его по умолчанию, так как этого мне достаточно. Теперь давайте добавим еще один слой, выбрав другой free материал. Настроим немного уровень и поменяем цвет нижнего слоя ближе к верхнему. С помощью радиуса детализации, а также opacity, можно настроить плавный переход и затухание верхнего слоя. Также можно смешать значение смещения с нижним слоем. Высоту смещения верхнего слоя сделаем побольше, частоту поменьше и добавим немного плоскогорья. Также немного добавим глянца, настроим offset и поворот, scale оставляем по умолчанию. Результат меня вполне устраивает, идем дальше. Добавляем слой воды с помощью иконки капли и настроим уровень и радиус распространения. Затем настроим blur на краях и glossiness.
Далее покрутим детализацию и параметры в Turbidity, Surface and Depth, которые влияют на мутность воды. А самая моя любимая настройка слоя воды – это Moist, которая позволяет настраивать влажность поверхности возле нее, что придает еще больше реалистичности. Раньше приходилось мудрить с фюрейдертом или еще делать какие-то махинации. Сейчас же это настолько просто делается в Megascan Studio. Можно настроить порог, threshold. Радиус позволяет размыть переход стыка воды с поверхностью. Настроить глосси, а также с помощью параметра Darken сделать воду более темной. И еще одна интересная фишка – это прозрачность, которая позволяет добиться разного эффекта затопленности. Например, немного намокшая поверхность или уже образовавшаяся лужа. Также при желании можно добавить верхний слой, с помощью которого можно создать снег или еще какие-нибудь эффекты без шейдеров. Наглядно это выглядит так. Давайте выберем HDR-ку пика, так как мне больше нравится ее отражение в воде, и посмотрим, какие текстуры у нас получились, нажимая поочередно от 1 до 9. И когда вдоволь наигрались с настройками, можно экспортировать данный материал. Переходим в вкладку экспорта. Здесь указываем название материала и путь, куда его экспортировать, желательно туда, где ваш репозиторий, указанный в настройках. Отмечаем опцию «Создать подпапку», выбираем разрешение текстуры и опцию «Добавить разрешение текстуры в название». Также можно корректировать карту дисплейсмента с помощью опции «Auto-level» и записать значение высоты в текстовый файл в сантиметрах. Данная информация пригодится, например, для Array Displacement Mode модификатора. После этого выбираем стандартный пресет «Load Defaults» и нажимаем «Export». В папке, которую вы указали, будет создана папка с названием материала и всеми текстурами, к которым будет приписана приставка 2K, означающая, в каком разрешении они сохранены. В текстовом файле мы увидим информацию о высоте дисплейса, в данном примере это 5,9 см. На этом с Megascan Studio все, переходим к рассмотрению Megascan Bridge. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Если вы поставите этому видео лайк, то мне будет очень приятно, ведь я старался. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на канал с помощью кнопки Subscribe. Делитесь с друзьями через кнопку «Поделиться», не жадничайте, ведь они тоже хотят получить эти знания. Также можно перейти в группу с уроками, нажав на значок ВКонтакте. Там пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. Если же кликните на превью видео, то сможете посмотреть предыдущую часть урока по Ornatrix, в которой я рассказываю про модификатор Hair from Guides. Если же кликните на другие из иконок, то вы попадете на один из сайтов с моими моделями и портфолио, ArtStation, 3DD и CG Trader соответственно. На этом урок заканчиваю, следите за новостями в моей группе. Всем мира!